Привет. Кого рубите? Привет всем, привет, привет. Давно не виделись. Вы случайно вышли в прямой эфир? Нет, не случайно. Я просто отвлеклась на холодильник. Как ваши дела? Чем будем сегодня заниматься? Может быть, пирожки испечем? Что скажете на это? Привет, 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 Краснодар, привет. Добрый день. Так, сейчас я муку возьму, секунду. Кто входит в гости по утрам, тот поступает мудро. Пам-пам-парам-парам-парам. На то оно и утро. Где у нас мука? У нас есть вообще мука-то? Да, есть. Да. Или нет? Есть. Ура, есть! Привет, 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 привет. Где вы все там? Штанишки? Да, это не штанишки, это костюмчик целиком. Такой на Кипре себе купила. Привет. Привет. У вас ужин? Ну, я ужин тоже, в принципе, приготовила. А сейчас хочу пирожки с сыром рикотта сделать. Из слоеного теста. И с вишней. Так что первый раз такое буду делать. Привет, Будённовск. Привет. Соскучились по эфирам? Так, беру слоеное бездрожжевое тесто. Я думаю, что у всех в магазинах оно продается такими квадратиками. Так, где у нас скалка? Вот она. У вас, кстати, какая скалка? Я вот люблю силиконовую. А раньше, помню, у мамы моей была деревянная скалка. Она все деревянной скалкой готовила. Привет из Омска. И застряла. Поехали дальше. Меня нельзя к пирожкам подпускать. А я тоже не буду. Я реально не буду. Так, сейчас я выпущу собаку. Подождите. Лавруша гулял на улице и попросился домой. Скребется вот так лапкой в дверь. Здравствуйте всем. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У меня был выбор, можно было сделать сосиски в тесте. У меня муж тоже их очень любит. Но почему-то мне захотелось сделать ему сегодня сладенькое, потому что я уже перцы нафаршировала. И хочется что-то уже к чаю сделать. Тем более я чай накупила всякого разного. Сначала на Кипре накупила, а теперь еще поехала, абсолютно случайно увидела в торговом центре лавка специальная чайная и кофейная. И вот там чаев всяких разных. Вот, я, короче, накупила. Так, ну раскатала, теперь можно порезать. Ярославль, привет. Делим на 4 части. Так, и сейчас начнем делать начиночку. Зачем вы пишете, если не читаете? Ну, что-то я читаю, то, что я успеваю посмотреть. Потому что у нас же эфир такой, когда с готовкой, то мне приходится отвлекаться на готовку. Я и готовлю, и в то же время пытаюсь что-то и ответить одновременно. Поэтому... Вы не обижайтесь, я потом все обязательно прочитаю. Так, кто там у меня на эфир хочет? Сейчас пока давайте без этого, потому что мне сейчас нужно приготовить моему супругу вкусняшки. Давайте подождем пока. Стол не видно.
Так, что же делать-то? Чтобы было видно стол. Сейчас, подождите. Попробую изменить ситуацию. Так. А вот так видно? О, вот так видно? Хорошо. Так видно? Ребята. Вот. Сейчас еще поверну. О, вот так хорошо, да? Все, супер. Смотрите. Взяла вот так квадратик, раскатала. Сюда положила немного сыра рикотты. Знаете, да, как выглядит сернурская рикотта вот такая? Вот. Положила немного сыра. И сейчас в этот сыр я положу немного варенья. Прям совсем чуть-чуть, прям ягодку. Парочку ягодок. Сейчас я его открою только. Лаврик, ты что там носишься? А? Я боюсь, они мне сейчас лампу опрокинут просто. Не видно? Ой. Называется перестаралась. Какая вы красотка. Спасибо. Макияж огонь. Сама сейчас по-быстренькому сделала, чтобы перед вами выглядеть хорошо. Ну и муж, когда приходит с работы, надо же красивенькой быть. Так, девчонки мои дорогие, поехали. Так. Посмотрите, там видно? Сейчас я посмотрю. Девчонки, не надо там добавляться на совместный эфир. Потому что я просто не смогу сейчас с вами разговаривать из-за того, что я готовлю. А из-за того, что вы добавляете, я не вижу ваши комментарии, подвисает вот эта надпись «добавится» и все. Понимаете? Поэтому лучше не стоит так делать. Хорошо? Пожалуйста. Все, молодцы. Так. И для того, чтобы это было вкусненько, вот так вот сверху еще немножечко сахарка. Все. Получается вот так. Смотрите, поближе поднесу. Получается вот так. Теперь мы закрываем только сверху. Для того, чтобы у нас начинка дышала. Так, сейчас открою. Вот так. И прищипнем. Получается вот такой, вроде бы и закрытый, и в то же время открытый пирожок. Так, следующий. Сыр рикотта. Больше похож на творог, мне кажется. Блевотня будет, серьезно? Это вам так кажется. Будет безумно вкусно, поверьте мне. Так. Вот так. Самара с вами. Привет. Какое варенье? Вишня. Вишня. А что это? Нет, это не замороженное. Это ягодки в сиропе. Макияж не идет, темный слишком. Девчонки, я же пришла к вам не на концерт, чтобы вы оценили макияж.
я вышла к вам в прямой эфир, потому что очень многие меня просят об этом. Говорят, что давно не было эфиров с готовкой. Пожалуйста, Ирина Александровна, выходите. Я выхожу, а тут начинается эта блевотня, макияж не тот. Ну что вы такие вот реально замороченные? Вы не можете расслабиться и нормально общаться? Или выйти из эфира? Тоже вариант, кстати, для тех, кому что-то не нравится. До свидания. Никто же никого цепями не приковал, правильно? Вам самим интересно. Интересно, смотрите, разговаривайте, общайтесь и между собой, и со мной. А так получается какая-то ерунда. То есть я как бы для вас стараюсь, показываю то, что вы просите, а вы начинаете мне гадости писать, неприятные вещи, портите мне настроение. А мне не хочется портить себе настроение, потому что мне скоро муж придет. Мне хочется с любовью и заботой испечь пирожки для него и с вами пообщаться, поговорить. И чтобы я улыбалась, а не расстроенная была, понимаете? Зачем вот это вы делаете? Мне вообще, честно говоря, не совсем это понятно. Или вы больные люди, которые вот такими вещами занимаются? Или вам доставляет удовольствие делать неприятные вещи абсолютно, ну, как бы, женщине адекватной, взрослой? Зачем? Зачем? Вопрос. Зачем? Непонятно. Почему начинки маловато, объясню сразу. Потому что начинка от нагрева, она разойдется. И поэтому я делаю ее немного поменьше, для того, чтобы пирожки были такие не развалившиеся. Так, сейчас пора уже противень принести, смазать его и начать выкладывать. Не обращайте внимания, выклевывая. Так. Сейчас я, девчонки, за противень пошла, короче. Заодно плиту включу. Поехали. Так, сейчас противень будем смазывать. Так непривычно готовить стало на двоих. Честно говоря, очень непривычно, потому что я привыкла на большую семью готовить. У меня и посуда вся такая, в основном большая. А тут получается, что... Видели, какая кисточка? Удобная, вообще классная прям. А тут получается, что готовить нужно меньше, иначе приходится еду просто выбрасывать. А я терпеть не могу выбрасывать еду. Это не для меня вообще история. Так, кисточкой смазали, можно пирожки выкладывать. Запросы не посылайте на совместный эфир, потому что я просто не могу физически это сделать. А вы мне тормозите все. Давайте не будем это делать. Что за грех? Грех выбрасывать? Согласна. Согласна с вами, да. Здравствуйте, здравствуйте. Как же получается у вас быть такой доброй и спокойной? Я не знаю, мне кажется, это характер такой. Скорее всего, сахар не положили. Вот видите, из-за того, что расстроилась, и сразу вот сахар не положила где-то. Ну, значит, этот пирожок будет без сахара, потому что я теперь не вспомню, в какой. Неприятно. Вы думаете, я же не железная. Мне такие моменты... Я вот реально ко всем, к вам с добром отношусь. И мне реально очень неприятно, когда вот какие-то вот такие вот вещи происходят. Поэтому я откровенно и честно вам говорю, что если вам что-то не нравится, лучше отпишитесь и уходите. Мне хочется, чтобы
Вот такие эфиры, особенно когда вот с готовкой связаны, что они были добрыми, позитивными, вот прям настоящими, такими домашними. Вот то, что я люблю, домашний уют. У меня почему вот все вкусно и красиво получается? То, что я все готовлю с любовью, мне очень нравится делать это. А когда я расстроена, у меня что-то ничего не получается. Не стоит это делать, правда. Так, сейчас я сразу, чтобы ничего не забыть, сразу на 4 разложу пирожочка. И получится хорошо. Я уверена, что моему мужу понравится. Он обожает слойки с таким сыром. Ну, в этой партии у нас получится побольше. Как раз заодно и посмотрим, как это будет выглядеть, если в одни пирожки поменьше положить, а в другие побольше. Хорошо? Так. Не грустите, пожалуйста. Да не буду грустить, хорошо. Все хорошо. Я просто действительно очень позитивный и добрый человек. И мне совсем не хочется просто расстраиваться. Тем более из-за людей, которых я не знаю вообще. И они меня не знают, в принципе. Ну, посмотрите, какая красота же получается. Сейчас, когда еще тесто немножко постоит, сейчас мы его смажем яичным желтком, оно постоит немножечко. Поднимется, а потом еще и его поставим в духовку, оно там будет подниматься. Это вообще просто очень красиво всегда. Завтра попрошу мужа, чтобы он взял с собой эти пирожки и угостил своих сотрудников на работе. Пусть они завтра пообедают вкусно с чаечком, потому что мне надо от этого подальше. Надо стройнить. Вы знаете, да, что тесто сами делаете? Нет, я сама тесто очень редко делаю. Когда особенно нужно быстро, то мне проще купить замороженное тесто, если имеется в виду слоеное, и сделать быстренько. А если дрожжевое тесто обычное, то самой поставить вообще не проблема, очень быстро делаю. Вот, я уже писала рецепт дрожжевого теста. А это слоеное бездрожжевое. Я его купила. Так, пирожки готовы. Сейчас я их перекладываю сюда. И будем с вами смазывать их желточком. Готово. Здравствуйте, здравствуйте. Сыр рикотта. Рикотта. Сейчас покажу еще раз. Сернурская рикотта. Вот. Там зеркалит, да? Ну, запомните, наверное. Сернурский сырзавод. Я уже делала просто с этой рикоттой много блюд. Мне, кстати, очень понравилось. Так, сейчас желточек нужно взять. Никогда, кстати, не пробовала. Сейчас попробую. Давно уже купила штучку такую. Смотрите. Вот такая штучка. Это для отделения желтка от белка. Сейчас вот заодно и попробуем. Интересно даже. Так. Получается, нужно разбить яйцо. Да? Вот сюда, скорее всего, вот в эту штучку. У кого это есть, может, кто-то пробовал, знает, как это делать. Так, ой, держись. Дальше одеваем вот эту штучку. Ага. Ну, смотрите, что получится. Ну, что? Все,
получился белок, а желток здесь. Ничего себе. Вот это да. Так, сейчас я возьму чашечку. Так, еще белок чуть-чуть. А вот и желток. Прикольно, кстати. Такая хорошенькая, милая. Спасибо большое. Спасибо вам. Так, взбиваем желток. Так, теперь я в желток добавлю чуть-чуть сахара. Меня мама так научила. Потому что у нас получаются же сладкие пирожки. До чего прогресс дошел? Не говорите. А, что-то еще хотите, еще покажу всякие прибамбахи? Сейчас покажу. Ну, вот эти, наверное, вы все знаете, да? Сейчас найду еще. Вот это вот резать лапшу, либо фигурные какие-нибудь пирожки, резать тесто. Но в основном для лапши используются. Вот, так. Вот это вот такие силиконовые крышечки на любую банку или емкость, они растягиваются, можно натянуть. Тоже очень удобные. Красиво смотрится. А, вот такая штука, смотрите, интересная. Короче, ее вот так вкручиваешь в лимон, или ну, в основном в лимон. И после того, как вкрутил в лимон, здесь вот такая пшикалка, можно попшикать лимонным соком. Тоже удобная вещь. Так. Ну, вот эта формочка, это в сковороду поставил, и можно яйцо идеальной формы сделать или оладышек. Так, сейчас еще покажу. Ну, вот этот тендерайзер я вам показывала уже давно. Это вот такой тендерайзер для мяса. Вот такой формы. Он очень удобный. Вместо молотка отбивного он очень хорошо и классно отбивает мясо. Так. Сейчас еще покажу одну штучку интересную. Где она у меня? Да, вот такая вот еще сейчас покажу. Вот это вот для того, чтобы перец, сердцевину убирать. Вот это для маленького перца, вот это вот для большого. Прям вот так вкручиваете перец и просто вынимаете. И получается у вас перец для фаршировки просто идеальный. В общем, я люблю всякие такие мелочи, обожаю просто, честно говоря. Где вы покупаете все эти штучки? Ну, где придется. Когда бывает, захожу в интернет-магазин посуды, что-то там, никогда не прохожу мимо. Бывает, там даже в фикс-прайс что-то увижу. А бывает, где-то там на рыночке что-то понравилось. В общем, мне просто это давно нравится. Я еще когда только вышла замуж за Юру, у нас... Мы жили на подселении первое время, то есть у нас была трехкомнатная квартира, но в каждой комнате жил другой хозяин, а кухня была общая. Вот у нас стояло три стола, это было в 85-м году. Я помню, что мой стол был самый технически оснащенный, то есть там висело вот так вот все. Мне, ну просто мне реально это очень нравилось всегда. И вот тогда я пекла Юре, мне было 21 год. Я вышла замуж, когда мне был 21 год. Ну, даже 20. То есть я вышла замуж в сентябре, а в ноябре мне исполнился 21. Вот. И я своему мужу готовила, пекла торты вообще трехэтажные, сама придумывала формы, как это испечь. И обливала все это шоколадом, посыпала. В общем, очень старалась. И он приходил всегда с работы. У нас всегда была выпечка свеженькая и приготовленная еда. Он это все очень ценил. Так, давайте я при вас буду смазывать пирожки.
Можно, конечно, и не смазывать, но они такие некрасивые становятся какие-то. А когда смазаны, они прям блестят, такие румяненькие, красивенькие. Вот. Кто там опять нажал на участие в прямом эфире? Не нужно нажимать, потому что я не могу сейчас вас принять в эфир. Вы же видите, я занята. Вы тормозите этим самым мои ответы, я потому что не могу из-за вас прочитать, что мне люди пишут. И нужно запросы отправлять. С чем конвертики? С сыром рикотта, вишней и сахаром. Знаете, такой творожный сыр рикотта есть. Вот я с ним сейчас решила приготовить такие конвертики. Слоеные. Так, кто знает, когда у меня день рождения? Пишите дату. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, всем здравствуйте, мои девочки любимые. Я тоже скучала на Кипре без прямых эфиров с готовкой, потому что там, в принципе, не было такой большой возможности даже приготовить. В основном все такое было. Посуда ужасная была. Так. 1 ноября, да, верно. Вот, скажите мне, девочки, у меня есть возможность отпраздновать с семьей. Я не хочу большой праздник устраивать. Есть возможность отпраздновать с семьей в ресторане или отметить выходные дома тоже с семьей. Как вы считаете, как лучше сделать? Я, с одной стороны, думаю, что в ресторане, потому что можно одеть красивое платье, надеть, накраситься, там, пофотографироваться, и вроде ты не устанешь, потому что там в красивой обстановке покушаешь. А с другой стороны, я думаю, может быть, и дома лучше, тут детям есть где поиграть, там, и все. Вот, даже не знаю, как лучше, что вы скажете. Так. Отправляем конвертики и поболтаем. Пока мы с вами поболтаем, они уже не испекутся у нас. Так, конвертики отправила. Можно и поболтать. А из какого теста делаю? Из слоеного, без дрожжевого. В ресторане это ведь ваш праздник, а то будете только бегать. Ну вот я тоже думаю, что я устану, и потом мне будет не до дня рождения. Потому что вот как ни крути, у нас семья получается, вот я даже посчитала, только семья, без подруг и без друзей, 10-11 человек, взрослых, те, кто смогут приехать, и трое детей. Представляете, это сразу 13-14 человек. В любом случае, это большой стол, и я думаю, что я, конечно, закручусь, как на Новый год. Последний раз я так устала, что мне вообще не хотелось даже присаживаться за стол. У вас, Рита, ручки похожи. Ну, она же моя девочка, моя доченька. На Дом 2 собираетесь? Нет, нет. Конечно, в ресторан. В ресторане. Наверное, да. Ритину свекровь, конечно, обязательно позову. И Ритина свекра, и бабушку Пашину. Всех троих. Это же наша семья тоже. Постарела. Кто постарел? Я постарела. С ума сошли? С какой начинкой? Как называется тесто? Начинка, сыр вот такой вот, сернурская рикотта называется, это творожный сыр, он больше даже на творог похож, но по вкусу не соленый и не сладкий, такой вот он средний, очень вкусный, сливочный вкус у него. Вот, туда добавила вишню,
в сиропе, ну, такую вишню просто, ягодки взяла. И сахар. Наоборот, помолотили. Я в ночь в Арабский Эмират. Кстати, вот по поводу мужа. Еще хотела с вами посоветоваться. Дело в том, что я уже давно потихоньку намекаю своему мужу, то, что ну, мое обручальное колечко, оно такое уже прям затертое-затертое и старенькое. И вообще оно с фианитами и такое дешевенькое, честно. Прям совсем дешевенькое. Стерлось уже. Вот. И я очень давно хочу обручальное колечко обновить. Как вот мне, скажите, ему намекнуть прозрачно, так, чтобы он понял, что я хочу колечко в подарок? Что вот посоветуйте мне? Я вот уже всякий раз надумала. Напрямую сказать вроде как неудобно. А вот как вот? Что скажете? На сколько минут в духовку? Я не знаю, на сколько минут. Я смотрю просто... Как, хотите, я, кстати, покажу, как они поднимаются. Вот, хорошо видно? Вот, они уже начали подниматься, расправляться. Вот, поэтому начинка не такая большая получилась. Я вам говорила, чтобы они не растекались. Скажите, дочкам, а не папе. О, кстати, хорошая идея. Точно. 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 Я, короче, девчонкам скажу. Хоть и старенькое, но родное. Ну, может быть. Но мне вот, честно, вот давно хочется его поменять. Но уж больно оно затерто. Я просто его сохраню. Пусть оно лежит. Столько вместе. Ну нет, но все равно есть какой-то, знаете, несмотря на то, что мы столько лет вместе, я все равно стараюсь сохранить между нами такие отношения, и флирт, и где-то игра, и не знаю, и нежность такая. Мне кажется, что это очень важно, потому что когда в семье между мужем и женой стираются вот эти границы, и ты просто живешь как с соседом, это, мне кажется, это неправильно. А все-таки должно быть, вот это остаться должно быть. Вот уверенно просто. Мне хочется колечко из белого золота, потому что у меня никогда такого не было. У меня все колечки из желтого золота. Нет, не венчанное колечко. Еще не венчанное. У нас впереди с мужем венчание. Вот я тоже думаю, смотрите, с 85-го года, если да, то, может быть, в каком году нам обвенчаться-то? Ну, так, чтобы у нас получилась дата, допустим. Не знаю. Короче, надо подумать и в принципе, найти время для того, чтобы обвенчаться. Мы еще не венчались, честно говоря. С бриллиантами хотите? Да, я хотела дорожку бриллиантовую. Вот в белом золоте мне очень нравится. Как вы считаете? Мне кажется, это такой must-have. Прикольный. Мне очень нравится. Давно уж присматриваюсь, но молчу. А, ну, так иногда говорю, я бы поменяла там. Все. Привет. Здравствуйте, здравствуй, Яночка. Супер. Вот. По поводу столовой. Значит, кто-то спросил, закончила ли я преображение. Нет, пока еще не закончила. Все в самом разгаре. Сейчас у меня изготавливается софа в столовую. Плюс я еще хочу перекрасить арки из этого рыжего цвета в белый. И я хочу поменять горку. Кто-то мне уже писал, поменяйте. У меня есть в планах поменять горку. Но все это постепенно, потому что это и время, и деньги. И вы сами понимаете, что не все так просто.
Вот, поэтому у нас пока сейчас, если заходишь в столовую, то с левой стороны уже прям новая столовая, а с правой стороны пока еще осталась старая столовая. Поэтому я вас обожаю, спасибо. Готовила жареную картошку с сосисками. Муж боялся, что муж? Муж боялся, что? Есть, но потом понравилось, спасибо. Привет из Барнаула. Белое золото вообще не понимаю, мне оно кажется дешевым. Почему стол из Ставрополя? Неужели в Москве нет подобных? Не знаю, может, на страничку наткнулась, мне понравилось, и я там заказала. Мне нужен именно был стол, в который сверху ставится на специальных устройствах середина, которая крутится. Для того, чтобы можно было, допустим, поставить какие-то блюда и крутить, и всем можно было достать. Мне хотелось такой стол просто. Добрый день, красавица. Привет с Крыма. Привет. О, Павлодар, привет. Кто-то, я не помню, кто-то мне сказал или написал, то, что я стесняюсь того, что я родилась в Казахстане, что я отказываюсь от этого. Вот вы, мои подписчики, скажите, пожалуйста, хоть раз я сказала, что я родом не из Казахстана. Я всегда подчеркиваю, когда мне из Казахстана приветы передают, что земляки, моя родина. Вообще люди, конечно, порой меня очень поражают. О, привет из Казахстана, привет, привет. В доме 2 у нас нет, не было такого стола. Я знаете, у кого увидела? У Азы Петренко такой стол. Но у нее, конечно, побольше, чем у меня. У нее семья огромная. И стол большой. Он круглый тоже, большой, очень красивый. И вот у нее вот эта сердцевина, вот как раз вот она крутится. Я у нее увидела, мне очень понравилось. И мне тогда еще запомнился он. И я думала тоже, что хочу такой. Вот, ну вот теперь сделала. Тюмень, привет. Я тоже родилась в Казахстане. А сейчас в Ростове, да, живете, я так понимаю, судя по нику. Привет, привет, привет. Братск, привет. Орехово. О, рядышком. Выглядите супер, супер, мамочка. Не прозевайте пирожки. Нет, нет, я на них поглядываю. У меня они в поле зрения. Поэтому я поглядываю. Как ваши детки? Хорошо. Вот Олежка сильно похудел. Меня это беспокоит. Я считаю, что ему надо набрать массу. Ну уж очень он худенький. Мне бы его сюда забрать на пару месяцев. Я бы его быстро откормила. Хотя он уже на меня сердится и говорит, ты меня специально откармливаешь. Расскажите про часы на руке Apple. А что мне их рассказывать? Эти часы... У меня уже третий год вот такие. Мне они очень нравятся, потому что они соединены с телефоном, и я всегда вижу, кто мне позвонил, что мне написали. Плюс здесь программа здоровья есть хорошая. Вот здесь вот, допустим, сколько я шагов прошла, да, сегодня. Вот сегодня я прошла 4000 шагов, это мало. А надо, по сути, 10 тысяч. Южная Корея, привет. Добрый вечер. Тени светлые лучше, ну, разные надо быть. Олег нет, не с Ритой живет, просто он часто у него бывает. Вы в каком городе? Павловский Посад. Волгоград, привет. О, пирожки еще больше поднялись. Сейчас начнут, когда румянится, я вам покажу. Мы из Балхаша, сейчас живем в Старом Осколе. О, старый оскол, по-моему, чую же из старого оскола, да? Что написано на фартуке? Мамочка, любимый повар. Мамочка, любимый повар. Олег, нет, сейчас Олег учится в Москве, и он здесь бывает только наездами. Наймите повара, чтобы он приготовил. Я не люблю, когда кто-то чужой, которого я не знаю, придет в дом, будет пользоваться моей посудой. Не хочу. Куда сын переехал? В Москву. Ваша любимая начинка для пирожков – апельсиновый джем.
Большие дворы, привет. Где муж? На работе, скоро придет. Митя как закончил школу, на 4,5 он учится сейчас. Он вообще молодец прям. О, Германия, привет. У нас, кстати, в Германии очень много родственников. У меня же мама немка. Вот. Митюша на каникулах? Нет, не на каникулах. У них же там как-то они учатся, потом 4 дня отдыхают, потом опять учатся. Рита и Оля замечательные, да. Очень красивая. Спасибо большое, Башкирия, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Вы не работаете? Работаю. Молдова, привет. Олег, девушка живет? Нет. Приветик из Тамбова. Приветик, приветик. Про скалку расскажите, пожалуйста, чем отличается силиконовая и деревянная? Спасибо. Ну, чем она отличается? Она легкая, она крутится вот так. В принципе, это на вкус и цвет. Я думаю, что вот красивая, моется легко. В принципе, мне кажется, что это на вкус и цвет. Кому-то деревянная хорошо, кто-то такой пользуется. Я вот больше кисть бы вам порекомендовала. Кисть очень удобная, правда. А скалка, это уж кому как понравится. Знаете, раньше, когда я была маленькая, у мамы была такая толкушка, раньше называлась, вот такой вот, такая же штучка, только вот этой нет, деревянная. И вот так вот мяли картошку, разминали. Сейчас абсолютно другое. О, Баку, привет. Кем я работаю? Блогером. Кольцо не меняют, тем более обручальное. Ну, почему же не меняют? Все меняют. Я не верю в эти чудеса, честно говоря. Уж сколько у нас в жизни с мужем всего было, и ничего нам не помешало жить вместе, радоваться тому, что мы вместе, и любить друг друга. Ирочка, скажите, как вам удается быть такой стройной? Я не совсем стройная, я поправилась. Ну, я сейчас очень стараюсь скинуть вес и вернуться в форму, в такую, в хорошую. Сейчас вот я начала принимать препараты, которые мне вчера прописал доктор. Мне пить их целый месяц. Они обмен веществ регулируют, щитовидку подпитывают, чистят печень. В общем, я вот начала уже их пить. И надеюсь, что они мне помогут. По крайней мере, мне обещали, что они выведут лишнюю жидкость, лимфу и так далее. У нас такая же толкушка деревянная. Пользуетесь до сих пор? Да? Классно. Интересно, да? Я помню еще у меня, у моей бабушки, у маминой мамы, был такой корыто цинковое. А в ней такая доска гофрированная, специально стиральная доска называлась. И она на ней вот так хозяйственным мылом намыливала там рубашки, воротнички, вот так вот стирала. Тоже помню, кстати, хорошо. Кто помнит такую? О, пирожки начали румянить, сейчас покажу. Как море в октябре? А, море в октябре отличное. Люди, кто эта тетка? Ой, лучше выйдите отсюда, никто. Нравятся ваши тарелки в восточном стиле. Что за препарат? Ну, там несколько препаратов. По-моему, 5 препаратов сразу пьется 2 раза в день. Колечко можно старое подшлифовать, а новое рядом или на том же пальце. У меня бабушка раньше смазывала шаньги кустиным пером. Да, точно. И перо. У меня мама тоже приносила перо. У нас свое хозяйство было. Я на этим пером смазывала. Точно было такое. Сейчас покажу вам по препаратам. Смотрите, сколько. Тут даже по названиям все понятно. Так, бактрум. Понимаете, да, что это живые бактерии.
Дальше. Гепата. Тоже понятно, что это для печени. Витанорм. Тоже понятно, что здесь витамины. И метасепт. А вот метасепт, честно говоря, непонятно. Сейчас прочитаю. Метасепт. А, ну это, в общем, антипаразитарное. Ну и вот такое. Бимунал. Здесь йод и витамины тоже. В общем, вот так вот на месяц теперь. Точно. А, еще такая штука, смотрите. Знаете, что это такое? Это вот так. Тынц, тынц, тынц. Такая массажная палочка для питья. Разбивать соли. Массажная. Я, в общем, вчера была у доктора. Я вам скажу, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Я вот вчера написала пост, потом надо продолжить. Я хочу обязательно это рассказать, потому что это уникально, то, что я увидела. Доктор правит шейный позвонок «Атлант», самый первый, за один сеанс. Во-первых, он показал, сделал сразу компьютерную томографию, показал мне все, что, где все как неправильно, в общем, где пережимаются сосуды, из-за этого у меня мигрень и так далее, головокружение, вот. Девчонки, вот тут вот у меня был горбик, знаете, такой вот, когда нарост вот такой начинается. Один сеанс, его просто нет. Я вчера такая трогаю, говорю, где? Все, его больше нет. Я говорю, как это возможно? Возможно. Я, честно говоря, в шоке, правда. Я сегодня рассказывала Оле. Оля теперь меня послушала, тоже хочет к этому врачу пойти, потому что это настолько круто. Конечно, там есть какие-то дискомфортные ощущения, когда он делает, да, вот эту правку, но это настолько недолго, настолько... Это комфортно растянуто по времени, что ну вот прям мне прям реально очень понравилось. Вот, и он тоже вот как раз мне прописал вот это и сказал через 3 месяца прийти для того, чтобы бесплатно прийти на томографию, для того, чтобы я увидела результат. Вот, теперь этот месяц еще нужно делать 3 упражнения, 2 раза в день, утром и вечером. Вот сегодня мы с мужем первый раз будем делать. Довольно простые упражнения, но их нужно делать для того, чтобы он как бы устаканился теперь. И все, сказал, что мигрени больше не будет. Ну, я очень на это надеюсь. Как это не убирается? Вот, смотрите, его нет. Девчонки, он прям реально был. Я все время на фотографиях вот стояла вот так, для того, чтобы его не было видно. Сейчас его просто нет. Сохраните, пожалуйста, эфир. Хочу к вам хотя бы на полчасика. О, ничего себе, у меня там как эти пирожки-то раскрылись в конвертике. Это лицензированный врач. Вот сейчас я вам покажу, кстати. Я взяла у него проспект. Вот такой. Мне, кстати, кто-то из подписчиков, несколько человек скидывали его, когда я вот писала, что у меня мигрень там и все такое. Вот мне скидывали, вот я у него взяла вот такой журнальчик, где написано, вот видите, вот он, этот доктор, Олег Шацкий. Вот. Здоровый позвоночник, гарантия долголетия. Это лучший врач 16-17 года по какой-то там премии. В общем, я вообще в таком восторге от него, я в шоке, честно, то, что происходило. У меня ощущение было, что это какой-то, знаете, есть вот фильм «Назад в будущее», это как будто вперед в будущее. Просто то, что он делал, и то, что как это быстро все происходило, я просто обалдела, я вот реально обалдела. Особенно, когда вот это вот увидела. Честно, не могу просто ничего сказать вообще плохого. Вот. Ну и плюс вот, кстати, вот эти упражнения. Вот такие вот упражнения. А еще комплекс упражнений для повышения остроты зрения. Вот тоже, то есть с другой стороны. Так, сейчас я вам покажу еще что.
Так, что там еще? А, ну вот у меня желчный удален. Я у него взяла вот такую книжку «Желчный пузырь с ним и без него». Это Агулова написали, это гастроэнтеролог очень известный. Вот взяла такую книжку, хочу почитать. Ну, в общем, и тут там же медную, кстати, кружку себе с ложкой взяла. Заразилась этим всем. Прям интересно, в Москве принимает врач. Посмотрите, у меня вчера вечером был пост, там фотографии вот этой кружки с ложкой, и там я на него ссылочку скинула. Но я обязательно еще расскажу, потому что мне безумно хочется поделиться с вами. Ну, девчонки, реально, если у кого-то есть проблемы с шейным вот отделом позвоночника, с головными болями, там, не знаю, с головокружениями, еще что-то, я думаю, что вот просто вы просто обязательно должны сходить. Обязательно. Я вот очень хочу отвезти туда всю свою семью, всех, включая детей, потому что он принимает детей от 2 месяцев. Я хочу обязательно сходить и отвезти туда всю свою семью. Сейчас я буду ходить туда на экзомассаж. Не знаю, слышали вы такой экзомассаж или нет, что это такое. Короче, что-то типа, знаете, кто был в хамаме, тот примерно может представлять. Типа гранитного ложа, только оно такое длинное, большое, там можно 2 человека уместить. Старая лохматая тетка. Классно, ты тоже когда-нибудь будешь старой, поэтому давай пока не постареешь, не приходи. Вот, доктор Олег Шацкий, он в Москве принимает. Лекарства это БАДы, да, они все на травах, все абсолютно. Вот дается вот такой вот состав полностью, и вот здесь вот все-все-все. Вот смотрите, допустим, гепата, топинамбур, экстракт расторопши, экстракт элеутерокока, календула, артишок, лобазник, цветок бессмертника, ликопин, витамин Е, витамин В6, витамин В12, цинк, хром, марганец и селен. Шикарно? Что я рассказывала? А, рассказывала про экзомассаж. Вот, короче... На экзомассаже сначала присаживаясь на край этого ложа, там включается такое типа энергетическое электрополе, вот, и ты начинаешь потихоньку продвигаться, потом ложишься и постепенно потихоньку сдвигаешься, и каждая зона, попадая на это поле, я почувствовала все, что у меня болит в организме и что нет. Мне не нужен был врач. Я это почувствовала сама. Каждый орган, который у меня не в порядке, он каждый отозвался спазмом. Каждый абсолютно. И теперь этот экзомассаж дает расслабление, потому что больной орган, он спазмирован. Он дает расслабление, экзомассаж. Это бесконтактный массаж. Ты не раздеваешься, ты ложишься в одежде. Вот, и... администратор просто наблюдает и задает вопросы. Вот, все. Класс вообще. Так. Я мастер маникюра. Не увидела. Спасибо, что делитесь. Да я знаю, что очень многие... Я никогда не ожидала, что столько людей мучаются от головных болей, от мигрени, от шейного остеохондроза. Потому что, когда я помню первый раз, я просто поделилась у себя на странице о том, что у меня болит голова, что у меня мигрень и так далее. Я помню, сколько человек откликнулось, и помню свое первое впечатление, думаю, ничего себе, сколько людей страдают от мигрени, это кошмар, представляете, и тут вот, не знаю, Бог мне послал просто тех людей, которые мне дали ссылку на этого человека, вы понимаете, они мне дали ссылку, я даю вам, и мне очень неприятно, когда начинают, вот, реклама, да какая же реклама, если человек помог тебе и помог сразу. Вот знаете, как бывает, что ты... Вот я ходила ко многим... Я вижу пирожки, да? Я ходила ко многим остеопатам. Они все обещают. И я ему, кстати, сказала, Олег, дело в том, что вот я ходила к остеопатам, они мне все обещали, что они меня избавят от мигрени. Но, к сожалению,
был какой-то эффект непродолжительный, но потом мигрень возвращалась. На что он мне сказал: вы понимаете, остеопаты действительно могут помочь, но они правят позвоночник чуть-чуть ниже. Атлант они не смогут, это глубокое воздействие. У него единственный аппарат в России, которым владеет только он, это аппарат из Швеции, которым он этот атлант ставит на место. Процедура, сразу скажу, не совсем комфортная, но тем не менее, сразу эффект. Я вам говорю, ну вот как так? Я сегодня Оле показываю, говорю: Оля, где горбик? Она говорит: где, мам? Покажи еще раз. Я показываю: да не может быть. Как? Я тоже к нему хочу. Вот так вот, такая реакция была. Пирожки мои, кстати, раскрылись. Несколько штук розочками стали. Муж ваш где? На работе. Ой, сколько цветов, ничего себе. Как дела у вас? Хорошо. Спасибо. У вас нереальная энергетика идет. Хочется слушать и слушать. Спасибо большое. Откажитесь от мяса и молочки, мигрень уйдет. Нет, понимаете как? Вот мне вчера доктор как объяснил. Дело там, конечно, молочку он мне тоже, кстати, сказал перестать есть молочные продукты. Вот. Но дело в том, что, смотрите, он мне прям показал на томографии, как расположен атлант. Он был вот так вот немного смещен, с этой стороны больше, с этой меньше. И вот там, где меньше смещения, там просто пережимаются сосуды. И вот эти сосуды пережимаются, они не дают отток назад венозной крови. Из-за этого начинается спазм, и у меня начинается голова болеть. Особенно, когда меняется давление. То есть, почему мы на погоду реагируем? Меняется давление атмосферное. У нас меняется давление здесь. И все, и начинается в этом. Цена консультации доступна, девочки? Я все напишу. Я не сильно накрасилась. Почему сильно? Я все напишу, пост прям целый отдельно сделаю, и обязательно все напишу вам, хорошо? А цену приема лучше вы спрашиваете сами, потому что мне в любом случае сделали скидку, я попросила. Ирина, не боитесь витаминов опять набрать вес? Нет, мне сказали, что вот с этого комплекса наоборот у меня вес должен уйти. Причем вес – это лишняя жидкость, которая у меня задерживается лимфа. Вот, вот это вот все. И щитовидку хорошо питает, и все. Очень крутой комплекс. Кстати, у меня доктор спрашивал, когда-нибудь чистились от паразитов, там вот это вот все, что очень модно сейчас. Я ему честно сказала, что нет. Понятное дело. Можно на рецепт булочку. Так, девочки, булочки мои, булочки. Но они прям уже прям как розочки стали. Так, давайте покажу, что получается. Ну, у меня получилось, сейчас скажу. Раз, два, три. Три штуки раскрылись.